А ты думаешь, что их не стоило всех сюда перетянуть? Нет, нет, ничего подобного. Мне просто интересно, насколько... Доставай. Надеюсь, твои документы в порядке, апнутые. А если ты железка нелегал, я тебе не завидую. И правильно, завидовать нечему. Так, правильно. Минутку. Центр, подтвердите. BH-847. У тебя, походу, какое-то супероружие под капюшоном. А вот времени совсем нет. Дела, знаете. Тогда не буду тебя больше задерживать. Проваливай. Oddělení je skorumpovaný. Просто невероятно. Достал железными руками бумажник, потом достал карточку. Как будто так и надо. Банки перестали выдавать кредиты Аугам еще 4 месяца назад. Нельзя же это брать. В полицию список всех соседей, которых подозревают в аугментированности. Ну и зачем? Я защищаю настоящих. И большинство из них уже несколько месяцев не вносят арендную плату. Зафиксирована аномалия. Доступ запрещен. Обнаружен человек. Включаю систему умного дома. Умный дом включен. Сканирую биоданные. Зафиксирована аномалия. Обнаружено присутствие постороннего. Начинаю реагирование. Доступ разрешен. Вы не являетесь хозяином. Безопасность превыше всего. Ваши тайны на виду.
Является ли свобода слова угрозой? Если речь о безответственных журналистах, то да. Подпольные веб-сайты и радиостанции продолжают прославлять коллектив Джаггернаут, тайную группу хакеров-мстителей, освещающих корпоративную коррупцию. Кто отказывается замечать журналисты, так это вред, наносимый этими борцами за справедливость. В прошлом году коллектив восстановил дорожное движение в Лондоне, нарушив работу светофоров. Опубликовал секретные корпоративные документы, из-за чего сразу несколько компаний обанкротились. Между нами говоря... является одной из опаснейших преступных организаций в мире, несмотря на всю похвалу, что им возносят маргинальные СМИ. С вами Элиза Казан в прямом эфире на Big News. Сериал — это новейшие технологии для банков. Наши портативные аппараты для работы с данными имеют гигантские объемы памяти, гибкие экраны и более 1000 уникальных решений для вашего удобства. Сериал — Данил. Для более детального знакомства 507-м постановлением Совета Безопасности ООН, также известным как Акт о восстановлении человечества. Будучи принятым, этот закон заставит владельцев слишком сильных и незарегистрированных аугментаций добровольно с ними расстаться или заменить их на разрешенные варианты. В случае отказа предусмотрен арест и перемещение граждан в особые места, предназначенные для проживания аугментированных. Исключительно соображения безопасности. Вспомните инцидент, когда из-за неисправных аугментаций погибли миллионы. Противники акта устраивают протесты по всему миру и часто прибегают к насилию. Пока что их риторика и насильственные действия привели только к обострению диалога с обеих сторон. Мы будем пристально следить за развитием событий вокруг акта ООН. Добро пожаловать в систему умного дома. Безопасность превыше всего. Я отлично храню тайны, владелец дома. Ваши тайны на виду. Возвращением.
Вам с радостью помогут. Есть на что посмотреть. Разрешен. Да что с ним такое? Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Похоже, у всех тут паранойя началась. Thank you.
надо было даже скрываться. Так делаю. Чем я хуже? Говорят, после встречи с комиссаром наш капитан не в духе. Все ясно. Между нами говоря, коллектив является... Добро пожаловать! Интересный ассортимент. Все высочайшего качества. Ты, кажется, в нем толк знаешь. Тебе имплантаты кто делал? Не изолей. Они в черном цвете не бывают. Со всеми покупателями пробуешь так? Только с теми, в ком много углеволокна. Как энтузиаст энтузиасту, можешь мне довериться. Вынужден тебя разочаровать. Может, ты еще можешь все поправить? Вот ты выглядишь как человек, у которого есть доступ к софту для взлома. Эта штука нелегальна. Да брось, чего ты? Ведь знаешь, почему она нелегальная? Правительство не хочет, чтобы мы докопались до его грязных секретиков. Но мы докопаемся, и ты нам можешь в этом помочь. Прими участие в революции. Серьезно, подумай над этим. Все подробности в компьютере. Взгляни, вдруг захочешь чего продать или купить? Конечно. Отлично, давай. Совершён очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Дельта» и безжалостно расправился с экипажем.
результате крушения погиб 251 пассажир лайнера. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента. Ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость. Миллионы людей тогда погибли. Не буду говорить за всех, друзья, но лично меня до сих пор мучают кошмары. Не скоро мы забудем произошедшее. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Big News. Эксклюзивность, анализ, безопасность — это главные ценности цифрового мира. И именно им будет наибольшее внимание в банках собственности Мэйси. Информация, хранящаяся в стенах банка Мэйси, находится вне юрисдикции любого правительства. И вы можете быть уверены в своей полной анонимности. Банк Мэйси — это лучшее корпоративное хранилище данных в мире. И он будет... Никаких налогов за ввоз в еврозону. В другой раз. Я на тебе соцаугментацию пробовать не буду. Совета Безопасности ООН, также известным как Акт о восстановлении человечества. Будучи принятым, этот закон заставит владельцев слишком сильных и незарегистрированных аугментаций добровольно с ними расстаться или разрешенный вариант. Не отставай. Когда из-за неисправных аугментаций погибли миллионы. Противники акта устраивают протесты по всему миру и часто прибегают к насилию. Пока что их реакция насильственные действия не только к обострению диалога с обеих сторон.
Мы будем пристально следить за развитием событий вокруг. Акта ООН. А у нас есть. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Пик Ньюс. Ты за покупками? О, это снова ты. На твоем фоне мои там. Отличный выбор. В другой раз. Не жди запрограммированного старения. Вернемся в Нью-Йорк для более